Ее длина достигает 11 метров при весе в почти 300 килограммов. Из-за таких размеров ее даже внесли в Книгу рекордов, как самую длинную из ныне живущих костных рыб. Хотя я бы также дал ей и звание самой странной рыбы на свете. Дело в том, что этот здоровяк при его габаритах плавает вертикально, головой вверх. Ученые не понимают, в чем смысл так делать, поэтому можете отправиться изучать все это лично. Сельдяной король уже ждет вас на относительно небольшой глубине, всего от 50 метров. Хотя вполне вероятно, что для разгадки придется копнуть и глубже, во всех смыслах. Ведь встречаются эти существа на расстоянии до километра под водой.